В рамках недели венгерского кино в кинотеатре Сарыжалял состоялся круглый стол участников международной археолого-этнологической экспедиции «Алтай-Дунай». В заседании также принял участие посол Венгрии в Казахстане Имре Ласлоцкий, который отметил, что развитие отношений между народами имеет важное стратегическое значение. Подробнее в материале нашего корреспондента. Ну и в дополнение к вам я просто хочу сказать, действительно, мы много знаем и о Венгрии, и мы все время удивлялись, что многие слова казахского происхождения, когда она посвящается матери, родственниками и так далее, то есть у вас она и у нас она, у вас карандас и у нас карандас. На мероприятии, проходившем в рамках венгерского кино, принял участие посол Республики Венгрии Имре Ласлоцкий. На сегодняшний день в Венгрии проживает около 10 миллионов людей, из них 300 тысяч – кыпчаки. В IV веке наши собратья перебрались в Европу, и сегодняшняя встреча явилась связующим мостом между народами. Я хотел бы поздравить всех нас прекрасным наступающим праздником, Днем независимости Казахстана. Действительно, вот эта страна, наша братская страна, как республиканцы, была за 21 год прошедших со времен приобретения независимости, сделать такие большие достижения, что просто низкий поклон. Несмотря на отдаленность европейских кыпчаков от родных степей, участники заседания отметили некоторые сходства как в языковой культуре, так и в обычаях и традициях. Также в мероприятии приняли участие историки и профессора Карагандинского государственного университета. По словам руководителя экспедиции «Алтай-Дунай» Бахтияра Кожахметова, объединение народностей европейского континента – это большое достижение для всех. Начинается на Алтае и заканчивается на территории Венгрии. Вот эта степь проходит через Казахстан, Россию, Украину, Румынию, Венгрию. Из источников истории мы знаем, что развивалась кочевая культура. Ну, это проходило в самое тяжелое время, можно сказать, экономически для всех стран СНГ. И самое сложное было это перейти границу Европы, то есть вступить на территорию Венгрии, потому что существовал запрет на территорию Европы из-за коровы бешенства. И вот тут как бы символ нашей дружбы и как бы вот это доказательство тому, что у нас общность, в том, что мы родственники, кипчакские представители Венгрии, они добились того, чтобы мы прошли через границу Венгрии, вступили на территорию Европы. Экспедиция «Алтай-Дунай» служит творческому и культурному союзу нынешнего поколения жителей степи. Именно поэтому воссоединение народов кыпчакской степи является высококультурным событием. Аида Ибраева, Бауржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.